все равно будет припаивать вот этот кабель, идущий от блока питания. Потому что смотрите, в каком состоянии все рассохлось. Здесь трещина. Вот. Так что надо разогнуть вот этот хомутик. Снять вот эту скобу, которая крепит. Входной кабель. Вот эту скобочку снимаем. Теперь кабель свободно шевелится. Вот видите, в каком состоянии провода. Так, сейчас включу прожектор. Вот этот кабель был прижат вот этим прижимом к корпусу. Соответственно, он коротил. Этот вот под питание 12 вольт подается. Тоже видите, весь потресканный. Так что нам предстоит выпаять два провода от выключателя и три с регулятора громкости. Вот хочу показать вам, во что превратились провода за столько лет в приемнике. Вот видите. К сожалению, такие провода надо сразу менять. Нельзя даже первый раз включать с такими. И все, греем паяльник. Так, приступим к извлечению регулятора громкости от этого резистора. Плохо будет, если он приварен. Здесь для монтажа сварка использовалась. Вот припаян. Все нормально. Раз проводок. Так, я вот поделюсь одним секретом. Советую взять вам обложенный провод, и чтобы потом при монтаже не путаться, вот так вот напаивать провода на него. То есть при выпайке провода вот так вот в рядок припаиваете к этому проводу. Где-то вляпался.
Так, ладно, потом запаяю. Сейчас сначала демонтирую все. Вот так на проводке будет. Так, теперь питание надо отпаять. Наверное, лучше вот отсюда. А, видите, изоляция с проводов сыпется прям. Ну, то все, резистор извлечу. Сколько? 500 килоом. Так, показываю для наглядности. Значит, 12 вольт подавалось вот по этому проводу. Переходим на выключатель. И после выключателя при включении подавалось вот на два вот этих провода и резистор. Вот, соединенных вместе. Если смотреть разъем, питания, то вот отсюда 12 вольт. Вот две ножки. 12 вольт уходит в приемник. Вот отсюда вот. А вот две соединенные ножки. Сюда при включении приходит 12 вольт. Так, повторю еще раз. Вот сюда, отсюда в приемник уходит по проводу 12 вольт. И при включении вот на эти две спаренные ножки 12 вольт приходит в преобразователь. Так, следующий проводок, который идет из жгута, это вот от конденсатора КБП вот этого. Вот он провод.
Он у нас идет на колодку вот на этот контактик. Вот. Вот на этот контактик колодки. То есть вот по схеме вам покажу. Это вид со стороны пайки. Я нарисовал. С этих двух вместе соединенных ножек идут 12 вольт в приемник. После выключателя возвращаются из приемника вот на эти две спаянные ножки. Вот с этой ножки на КБП. Вот хочу вам показать. Вот видите провода в каком состоянии. Они трогаешь, они все обсыпаются. Плюс. Вот вижу кута, которые тут все изоляции просто высохло. Вот. Следующий провод в жгуте идет у нас вот на эту ножку лампы 6P1P. Вот. А в жгуте потом на разъем он выходит вот на эту вот ножку. Вот эта ножка. Вот. На схеме вот так вот. Вот она. Следующий провод. Вот он. Вот провод. Он идет на второй ближний к выводу кабеля разъем. Вот здесь сейчас нарисую. Вот сюда он идет. Вот сюда. Вот это на плату напишу. Плата. И только когда мы поднимем кабель, мы увидим последний провод. Вот он припаян на корпус. И идет вот к этой ножке. Временно откладываем приемник в сторонку. Берем оплеточку, пропускаем в нее 8 проводков и начинаем распаивать провода на место по схемке, которую мы нарисовали. Пардон, забыл вот здесь вот нарисовать вот это вот на корпус. Вот так вот. Хочу поделиться с вами небольшой хитростью. Вот видите проводок. Двенадцать вольт подается с выключателя. Значит, он к ламповой панельке. Вот видите, он приварен. Отрезать его не хочется. Доступ плохой очень. Я делаю следующим образом. Снимаю с провода. Вот беру вот медный провод обычно. Потолще. Снимаю кембрик и надеваю на него. Так вот аккуратненько. Он многожильный, так что сначала скручиваешь его, а потом вот так вот прокручивая, потихоньку натягиваем. И получается хороший провод. Медь отличная у старого провода. А изоляция вся растрескалась. Легко обтрясается с провода. Вот такая вот хитрость. Ну вот на этом я остановился. Вот что получилось.
Значит, сопротивление регулировки громкости снял. Вот верхние проводки на шинку напаяны. Прям к первой, второй, третьей ножке, что припаивать. Так, снизу заменил кабель, собрал кабель новый, бортировал, закрепил, но мне очень нравится, как закрепил, но это еще разберемся. Так, запаял приемную сторону, вот это вот все. Так, осталось только вот, вот двойной провод плюс 12, двойной провод 12 уходит на преобразователь. Так, это вот резистор и еще один проводок. Это вот на выключатель два провода. Так, ну и вот один провод на землю запаять. Ну и экран вот тут. Провода в экран поместил, вот этот экранчик тоже вытянуть и запаять на землю. И с этой стороны можно. Так, ну на этом закончу сегодня. Так, в преобразователе заменил две рассохшиеся изоляции. Несложные, вот они идут на кондёр. Так, остальное вроде нормально. И вот здесь был проводок. На него были надеты два куска изоляции. Вот я в одном кусочке все сделал и запаял на ножку. Вот, вот этот проводок. На ножку транзистора, блин. Думаю, на этом все. С преобразователем.